Всем привет, мои друзья! Сегодня 1 июля 2020 год, Южный Урал, село Терлян. У нас опять морозы. Посмотрите, как у нас прибило картошку. Утром я ездил в горы, не смотрел, и вот вышел. И вот такая картина. В обед вот вышел. Прибило конкретно. Конкретно прибило. Она вот еще не успела отойти от тех морозов. Ее снова жахнуло. Ну надо же. 1 июля. Это что-то. Она вот уже цвет набирает. И вот что интересно, вот здесь вот белая картошечка у нас. Вот она цвет набирает. Ее вот так вот. Белую. Ну вообще. Видите, черные листья. Потом они будут вот такие вот. Ну, это не критично, конечно, она отойдет, но тем не менее, где-то люди от жары изнывают, а у нас вот так вот, так, вот так вот. А вот красную картошку поменьше, тут вот устроение вообще не зацепил. А здесь вот понемногу так. Ну, спасибо, друзья мои. Посмотрели, удивились. Так мы и живем. Попробуй что-то вырасти. Никогда такого не было. Сколько живу, наши грядочки. Все надо поливать, все укрываем, вот так вот. Ну, спасибо, друзья мои, всем мира и добра. С вами был Владимир, и не надо вам таких морозов, как у нас. Удачи всем.